Ух, я хочу мы спелая. Что я с тобой сейчас сделаю? Всем промелькнуло так все. Что ж, все что ли у нас, а? Да никогда сейчас рекорды-то ставить. Доча из школы зараз придет. Ой, что ж она не видела-то раньше такого, да? Прям может подумать. Рано ей еще это бачить. Рано ей, да? Мне в 11 лет не рано было начинать, ей рано, да? Ну, пусть пока это самое, не знает этого. Да и грязи. Ой, где же эти очки? Очки мои не бачила? Не видела. Ой, Тарас, ой, как грудь прямо жгет. Мне сон страшный приснился, что я для тебя не как жена, а как кукла из секс-шопы, а? Ну, вот, опять 25. Ты ж как солдат-первоходок. Как вот в бой идти, так по нос. Я ж тебе говорю, некогда. И где мои очки? Я не знаю, где очки, мне кажется, я для тебя как кукла из секс-шопы просто. Или жена. Скажи, кто. Не уйду пока. Не скажешь. Вот они где. О, дождались. Доча пришла. То я тебе. Накройся. Ай, стыдоба какая, девчонки. Хоть в деревню вертайся. Ты на углы там не покоси аквариум рыбный день. Это, здравствуйте, где комната дальняя, светлая, красивая, с занавесами, которые снизу видать? Там. Там, да? Да что здесь происходит, я не понял. Что происходит? Не видно, да? Глазами своими, пучеглазыми. Вселяемся мы, что происходит? Вселяемся. Правда? На каком основании? Вот на каком. Ой, вот на каком основании. Тарас, ты мне ответишь на мой вопрос? Постановление Думового комитета. На какой вопрос? Который я задала, четко сформулировала. Да иди ты нахрен со своими вопросами. У меня тут алкашей вселяют. Как я и думал. Спасибо за откровенность, по крайней мере. Пожалуйста. Тарас водолаз. А у нас в деревне водолазами только... отбросы называли. Водолаз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сиди с жилищными излишками. Подпись преддум Итишкин. Это что ж за такие излишки Итишки? Такие вот они. Ты вон живешь, главное, себе припеваючи. В каких корон? Давай за остальным дуй. А некоторые, между прочим, на улице итятся. И из-под помоек достают шелуху. Несправедливо. Да? Слухай ты, правдолюб хренов. Где это твой Ятишкин живе? Меня давить не надо силой. Я так сдаю. Пятый этаж, квартира 75. Стой, так никуда не уходи. Я мигом это урегулирую. Так. Мебель ставить буду. О, ты здесь. О, квартира 75. А, зараз мы узнаем. Извини, надо будет прерваться. Слушаю вас, ибо я все время на работе. Здоровые кибулы! Это что за бред? А? Это не бред, а хорошо продуманное решение Домового комитета. Ибо на 100 метрах жилой площади вдвоем с дочерью это жирновато, я бы сказал, многовато. Многовато? А 25 лет родину задарма защищать не многовато? А ноги у меня по горам, по самую задницу стерты, не многовато? А геморрой от засад? А сгущенку заедать салом, это как? А дочка у меня вдова, а я сирота, это нормально? Это плохо, ибо если бы вы были женаты, имели много детей, то вполне вписывали бы жилищные нормы нашего кооператива. И никто бы вам никого не подселял. Это и на тебе. Чу! Жениться? Это мы зараз. Ну-ка, дай-ка твою трубку. Пожалуйста, иди, Томас, отдохни. Держи. Набирай. 01, 02, 03, 04, 05. Галю, это я. Ну что, Галю, я готов на тебе жениться. И детишек тоже можно завести. Хоть сейчас. Куда, говоришь, пошла-то? Я пошел. Так,
не получилось, а? Далеко не уходи. С будущим отцом разговариваешь. Засекай время. Так. Это что такое? В собственный дом не могу попасть. Ну-ка, открываем. Там кто? Кто там? Вот я зараз тебе задницу на уши натяну, чтоб ты лучше слышал. И кто там? Это цирк ходячий просто. Твои дома, между прочим, восседают дома. А торговым агентам вообще просьба не беспокоить. Жильцов. Слухай, Степа, не доводи до греха. Я ведь, честное слово, не хочу твою семью без единственного кормильца оставлять. Даже без такого поганого, как ты. Открывай по-хорошему. Я тебе фразу скажу, которую сам 500 раз слышал. Вызывали у тебя ментов? Свободу прапорщику Пастушенко! Хулиганство, залозное хулиганство с бранными словами и рукоприкладством. 15 лет лишения свободы, Уголовный кодекс РФ. Так я же у свою квартиру попасть не мог. Они же у мою квартиру свой замок вставили. Вот, под пункт Б. В исключительных случаях тюремное заключение или смертная казнь заменяется небольшим денежным залогом. Сколько тебе? Не мне. Государству мне можно дать, я все передам. Рублей 150 хватит? 160. Сначала я молчать хотел. Папа, ты не слушаешь меня. Угу. Давай, доча. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Папа, шо? Я вот одного только не понимаю, а что означает фраза «кончаю, страшно пересесть»? Ну, шо обычно? Шо ты сказала? Это кто ж написал такую гадость? Пушкин. Я этому Пушкину у все ушки порву на макушке. Вот завтра схожу к вам в школу и узнаю, кто нам эту гадость задает. Папа, алгебру будешь проверять? Буду! Учи! Полегче на воротах, ковбой. Стучать надо! Стучать надо! Хоть в коридоре нужду исправляй. Ну ладно, ладно, да. Что тебе жалко, что ли? Что человек первый раз в месяц может на темном тубзике присел. И то ничего не получается. Мне вообще в туалет не нужен. Давай алгебру твою. В собственной квартире. Слушай, а пожрать у нас ничего нет? Конечно есть. Там на кухне в синенькой кастрюльке твоя любимая рагу. Че, Тарас, пялишься, а? А? Рагу твое, да? Вот я думаю, главное, что? Че вы, хохлы, вот такие жадные, а? Вот че вы жадные, такие прямо хохлы, как доберманы? Ну что, повторное задержание, рукоприкладство, бранные слова, ну и туды-суды. Смотри статью номер 1 Уголовный кодекс РФ. Ну нету у меня денег, нету. В этом месте подробнее. Денег не надо. Внесли за вас залог. Галина Степановна Ватрушкина. Галя. Последний принесла. Я вот брал и плакал. Что же я не человек, что ли, а? Мне ж вас по-своему
тоже, так сказать, жалко. Стакан забери свой. Так, это кто был? Хохотун! Это был клиент. И ты вот так вот у всех улыбаешься, да? Да, всем улыбаюсь. Я еще могу в гости к клиенту сходить, если клиент постоянный. Пирожками угостить. Отойди, если не покупаешь. Налетай, покупай. Пирожки, булочки. Булочки, снегурочки. Колбаса свеженарезанная. Ты, Галя, курва, что в переводе с украинского проститутка. Счастливо. Добрый день. Лимитчик, лимита. Понаперлась в Питер. Торговать не дают. Простите, я не понял. Ну-ка, погодь. Так, последний раз тебя спрашиваю. Выходишь за меня замуж или нет? Да, сейчас. Нашел дуру. Я лучше в зоопарке буду торговать навозом. За слонами лучше убирать буду. Иди отсюда. Не май месяц, знаете, не май месяц. Можно ускорить. Секундочку. Секундочку. Значит так, Галя, бутылочку водочки и 3 пирожка. Отказать не имеешь права. Имею. У меня вот здесь что. Вот такие дни. Отойди отсюда. Мужчина, что вам? Ах, кто? Слушай, не май месяц. Неужели непонятно, что вы, девушки, противны со своими рыжими усами? Не задерживайте очередь, в конце концов. Не задерживайте! А кто не против? Не смей, ты смотри! Не смотри, каждая! Галя! Галя! Вот что вы за люди такие, гопники? Не стыдно тебе, Тарас, а? Женщина тебя вроде любит. Вот, деньги последние за тебя внесла. А ты такой дебош учиняешь. Нехорошо, нехорошо. Слухай, Петрова, а меня як? У тюрьму или сразу у колонию? А тебе, Тарас, что в тюрьму, что в колонию. И там конец. Конец, да. К тому же дочка за тебя уже за залог внесла. Хорошая она у тебя, девка. Замуж ей пора. Да не за кого, я-то женат. Вот это ты у самую точку, Петрова. Замуж ей пора. И детей побольше. Да, здесь могу помочь. Могу. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Давай, заходь, не стесняйся, вот сюда. Давай. Помнишь, доча, батя тебе говорил, что рано тебе еще на парней-то заглядываться, о семье, о браке, о детях думать? Конечно, помню. Так вот, забудь, вот знакомься. Отличник боевой и политической подготовки ефрейтор Орлов. Я ей говорю, фу-фу, Орлов фу-фу. Прекрасно поет, танцует, плавает задом, свистит, показывает фокусы. Давай. Молодец, молодец. Вот таких Орлов растим. Как говорится, ростим. Женитесь, плодитесь, размножайтесь. Я согласен. А, не можешь размужаться. Оно и не надо. Мне главное, чтобы вот эту шоблу из квартиры выселить. Папа, ты, конечно, можешь меня разрезать на мелкие кусочки, поджарить или, как всегда, ремнем. Но я за этого твоего солдатика замуж не выйду, потому что я его не люблю. Что ты сказала? Стой! Что ты сказала, принцесса моя ягодка? Супротив отца идешь. Выйдешь как миленькая, иначе чем породил тебя, тем и убью. Вот. Вот стою я тут битый час. Вас подслушиваю и вот думаю, что за люди вы такие, хохлендия, а? Детей родных готовы продать недорого. Вот вас поэтому ведь никто не любит, ни хохлов, ни азербайджанцев. Ты! Тёпа, там наш сын из армии вернулся, наверное, сбежал, спёр чего-нибудь. Айда смотри. Ой, Лёнечка вернулся. Здрасте. Родители меня комиссовали. Я
узбекам служить мешал, они меня любили сильно. Алена? А? Алена. Эй, солдат, ну-ка руки убери, а ты, доча, отходи от него. Я закалился в боях, я могу постоять за свою будущую семью. Вот так вот, Тарас Тарасович, жизнь сердебобли выкидывает. Глядишь, проднимся с тобой, твоя эта хохлядская морда. Будем жить, наживать, как говорится, детей, это приживать. Ну, не мы с тобой, конечно. Ага. О, видал? Зараз я вам у всем покажу, як у нас в десантурии прямыми родственниками становятся. Иди сюда. Я думаю, это, Тарас, тебе своим характером в горячей точке служить надо. Да понял я уже. Ты смирись. Дочь твоя выходит замуж по любви, да, за ублюдка какого-то. Я смирился. Да. На народу у тебя да, дома живет, да, дофига. Веселее. Да, веселее. Да. А вот ты смотри, ситуация. Вот я твой сосед. Да, говорю тебе, ты за задница с бровями. Пучеглазая харя. Что ты мне сделаешь? Что я сделаю? А, ну что? А я улыбнусь тебе в ответ и пожму тебе руку. Правильно, правильно. Значит, на 15 минут идешь? Да. Ну, бокалы там, да, туда-сюда поднять, да? Да, только за здоровье. Ну, правильно, а что, с другой стороны, буянись? Оп, готово. Да, и очки свои одеть. Не пригодились? Нет, в них нырять неудобно. Ну, давай, засекай время. Ну, да, давай. Да, ну, да, давай. Ура! Давай, нарушники, у пять минут уложился. Вот что за народ вы, гопники? Подходи, покупай. Кетчуп. Источник. Подходи, покупай, сволочь, а. Здравствуй, Галя. Здравствуй, Тарас. Ну, как дела? Спасибо. Пока не родила. Простите, вы будете что-то брать или дайте нам отоварниться? Одну секунду. Ну, як здоровье твое. Да. Ничего. Знаете, не май месяц, все-таки ноги мерзнут. Здесь люди тоже, между прочим, хотят одну есть. Секунду, друг. Я что хотел сказать. Я долго думал о наших с тобой отношениях. Говори, Тарас, говори. Я вас очень попрошу. И а? Больше я надумал. Можно побольше как-нибудь? Здесь все-таки рабочий день идет. Бурлит жизнь. Ладно, вставай. Благодарю. Добрый день. Мне, пожалуйста... Чего вам? А чего вы так со мной разговариваете? А почему вы себе позволяете так на меня повышать тоновые голоса, а? Чего? Вы здесь продуктами торгуете или себя предлагаете? Устроила здесь? Что ты сказал? Вы представляете, публичный дом здесь на свежем воздухе устроила. Бордель! Бордель, да? Ну все, молись своей очкастой богоматери! Я атеист! Гад! Очкастая харя! Да, Тарас, не надо, Тарас, не надо! Тебя опять посадят, не надо, не надо! Будь интеллигентным! Да я сама этой харе по башке отрезала!